Всем привет! Сегодня я вам покажу, как замедляется видео в программе Sony Vegas Pro. У меня версия 9.0. Покажу вам два способа замедления видео. Покажу вам обычное видео. Вот обычно мы замечаем на чем видео. Подлагивает из-за записи видео. Ничего. Первый способ. Зажимаем клавишу Ctrl. И вытягиваем видео вперед. Вот, смотрим. Видео замедлилось вместе со звуком. Вот. Убираем все обратно. И второй способ. Нажимаем функции и вставляем огибающую. И вот эту вот полоску поднимаем вниз или вверх, как хотите видео. Это на замедление видео, это на ускорение. Вот, думаю, ничего сложного. Все поняли? Все, всем пока.